Здесь уютно, прохладно и интересно. На открытии присутствовали спортивные чиновники города, представители компании «Адамант» и любительских и профессиональных команд по кёрлингу, включая знаменитую Людмилу Привиткову. Здесь прошел мастер-класс по игре в кёрлинг для журналистов, и мы славно провели время. Это замечательная новая площадка для игры в кёрлинг. Приходите. Здесь будет интересно всем. Взрослым, детям, профессионалам, любителям и даже людям с ограниченными возможностями.